Мы находимся сейчас на Красной площади. Это памятник маршалу Жукову. Вот, возле него тоже проходят частенько всякие акции протеста. То есть стоят люди с плакатами, некоторые читают стихи какие-то, тоже недавно было. Вот. И в том числе наши тоже здесь находились. Вот. Я ходил, опять-таки, я был в толпе, ходил как турист, вот, и незаметно для них их снимал. Вопрос, сколько по времени им удалось здесь постоять со своей акцией? Им не очень долго удалось здесь простоять. Вот мы наблюдаем, вот подъехала патрульная машина, вот, и в таком же формате к ним подъехали минут через 10 после того, как они развернули свой плакат. Чем эта история для них закончилась? Эта история закончилась тем, что их забрали, отвезли в отделение, назначили суд, который состоялся спустя неделю, вот, и на суде уже назначили им наказание в размере там, административный штраф. Даже хорошо, то есть им выписали протоколы, которые далее последуют в кейсе. Часто возникает в комментариях, как ты стал компетентным, что ты заканчивал, как ты стал таким подкованным. И знаешь, как выйти из передряги, в которую попадает в том числе и наш клиент. Угу. Но ввиду нашей деятельности приходится посещать некоторые мероприятия и курсы по поводу повышения квалификации в знании законов Российской Федерации и в отношении прав, какие у нас есть, что мы имеем право делать, что не имеем. Вот. Ходил на курсы оппозиционеров, вот, очень интересные ребятки, очень толковые. Вот, и все очень доступно объясняют. Вот. Ну, как бы на этом не заканчивается наше. Как бы. То есть постоянно присутствует какое-то совершенствование. И, в общем. Скажи, если тебя задержали законно, либо незаконно, что делать? То есть как, используя твои знания, выйти из этой ситуации? Mm-hmm. Ну, есть Конституция Российской Федерации, которая определяет наши права. Вот. И одна из глав гласит, что гражданин Российской Федерации не обязан против себя свидетельствовать. То есть на эту главу, в принципе, можно ссылаться. 12, если... Я понял, 12 июня помогло это тебе? Конечно. То есть это самая основная глава, которая нас, в принципе, и выручила. То есть сотрудники, они всячески старались нас выводить на какой-то испуг, на страх, то есть как бы давить. Думали, что мы не знаем как бы своих законов, но мы ссылались на это.